Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Оформить документы, заявление на материальную помощь и жилье из маневренного фонда. Какую поддержку оказывают жителям дома Челышева после пожара? Рынки на Новосадовой в 15-м микрорайоне должны обрести единый внешний вид. Перед стартом месячника по благоустройству глава Самары Елена Лапушкина устроила объезд города. Чем румянее выпечка, тем удачливее год. В Самаре отметили народный праздник «Жаворонки», испекли весенних птиц из теста и вспомнили о традициях и приметах, которые связаны с этим днем. В Самаре разбираются в причинах серьезного пожара, который произошел в историческом центре города на Красноармейской 60. По предварительной версии, памятник культурного наследия федерального значения, доходный дом купца Челышева 1899 года постройки, загорелся из-за неосторожной эксплуатации газовой плиты. Губернатор Дмитрий Азаров поручил обеспечить погорельцев временным жильем, оказать им необходимую помощь и поддержку. Он отметил, что находится на постоянной связи с главой города Еленой Лапушкиной, которая в ночь пожара выезжала на место происшествия. Глава региона поручил обеспечить сохранность имущества, оставшегося в доме. Эту задачу сейчас решают профильные службы и правоохранительные органы. Также предстоит оценить масштаб разрушений, нанесенных пожаром, просчитать объем работ и затрат на восстановление дома. Дмитрий Азаров напомнил, что месяц назад было подписано соглашение с фондом капитального ремонта о капремонте крыши и фасадов. Сейчас, после пожара, задачи гораздо сложнее и масштабнее. Дальнейшие действия будут координировать с жильцами дома. Пожарные работали на месте возгорания всю ночь со среды на четверг. Туда же выезжала наша съемочная группа. Корреспонденты побывали и во временном пункте размещения погорельцев. Репортаж Галины Топилиной. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило вечером в среду в 21 час 7 минут. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место. Оказалось, горит жилой дом на Красноармейской 60. Это известный в Самаре дом Челышева 1899 года постройки. Памятник культурного наследия федерального значения. Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров. На месте работали 14 специализированных пожарных расчетов, газодымозащитная служба, 54 единицы техники, 154 человека личного состава. На место выехал начальник областного главка МЧС Олег Бойко. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на третьем этаже с выходом на кровлю. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности номер 2. Был организован штаб, куда вошли представители МЧС, прокуратуры, полиции и районной администрации. На место прибыли глава Самары Елена Лапушкина и глава Ленинского района Елена Бондаренко. По официальной информации, пострадавших и погибших нет. Для людей, буквально оставшихся без крыши над головой, развернули временный пункт размещения в 12-й школе. Сейчас идет процесс тушения пожара в многоквартирном доме по адресу Красноармейской, 60, где расположено 4 квартиры. В настоящее время жители эвакуировали. Переписываем в автобусе и повезем в пункт временного размещения в 12-ю школу. Администрация района распорядилась, чтобы пункт временного размещения граждан был оборудован всем необходимым. Людей обеспечили едой и лекарствами. Александр Кудряшов рассказывает, что никогда не паникует. До последнего надеялся, что все обойдется. Но когда в квартиру стал поступать едкий дым, собрал документы и срочно покинул горящий дом. Говорят, как раз над нами квартира загорелась. Я ее не знал. Я потом в окошко открыл, выглянул. Там крыша горит. Пожарные тут, и тут уже бегали. В числе спасенных из пожара оказался и кот Степан. Он даже не успел испугаться. Хозяева среагировали быстро. Пожарные ликвидировали горение только утром в четверг в 7 часов 34 минуты. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и прокуратура. Галина Топилина, Николай Епифанов. События. В администрации Ленинского района в этот четверг прошла встреча с погорельцами. Им рассказали, какие меры поддержки они могут получить, помогли составить заявление на матпомощь и получение жилья из маневренного фонда. А тем, кто остался без документов, оперативно оформили справки. Подробности в следующем сюжете.
Они спасались ночью от пожара. Кто-то остался не только без крыши над головой, но даже без вещей и личных документов. Администрация Ленинского района Самара организовала встречу с жителями дома Челышева, чтобы оказать помощь и помочь оформить все необходимые справки. Встречу провела глава Ленинского района Елена Бондаренко. Участие также приняли руководитель управления охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, представители Департамента опеки, попечительства и соцподдержки, центров соцобслуживания, Департамента управления имуществом. Прямо в здании администрации сейчас организован прием заявлений. Заявление на получение справки о пожаре для того, чтобы получить материальную помощь. Здесь же заявление на материальную помощь люди составляют. И здесь же ведется прием Департаментом управления имуществом на предоставление маневренного фонда. Тем жителям, у которых нет паспортов, сотрудники полиции помогают оформить справки для получения материальной помощи. Подключились и общественные организации, которые тоже готовы оказать поддержку. Наши земляки, жители Самарской области, уже откликнулись на беду, уже поступают звонки, люди хотят помочь, поэтому через общественный фонд «Свежий ветер» будет организован прием помощи для дальнейшей передачи жителям дома. Также жителям мы предложили помощь, транспорт, для того, чтобы перевозить вещи по месту дальнейшего проживания. По информации администрации района, в помощи нуждается 141 человек. Некоторые из погорельцев поехали жить к родственникам. Нуждающиеся могут получить жилье в маневренном фонде. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Город готовится к месячнику по благоустройству. Он начнется 1 апреля. Однако глава Самары Елена Лапушкина подчеркивает, что поддерживать порядок и чистоту необходимо всегда. На этой неделе она проверила, как содержится территория в нескольких районах Самары. Виктория Шарая продолжит тему. Убрать остатки снега, мусор, устранить граффити. На заводском шоссе, которое стало первым пунктом в графике объезда главы Самары Елены Лапушкиной, много частных территорий. Ответственность за их содержание несут собственники. Елена Лапушкина поручила главе района Вадиму Бородину провести с ними беседу, чтобы они привели в порядок свои площадки. Большая работа предстоит в Кировском районе. На территории местного рынка вместо разрозненных киосков должно появиться торговое пространство, оформленное в едином стиле. Реконструкция внешнего вида фасада. Замена устаревших торговых мест на более современные, новые. Рынок существует с советского времени, соответственно, поэтому корни его оттуда. Мы частичную реконструкцию торговых мест провели. Работу мы начали уже года 4 или 5 назад. Самое наше наследие тяжелое – это контейнера железнодорожные. Поэтому мы от них избавляемся сейчас активно. В общем-то, вы видели, что вторая часть в сторону Березовой аллеи сейчас реконструируется. В рамках современных веяний будем, соответственно, приводить в порядок оставшиеся торговые места. Работы будут проводиться в рамках муниципально-частного партнерства. По периметру обустроят тротуар, высадят деревья, сделают освещение. Как почетной, так и по нечетной стороне в этом году будет благоустроена улично-дорожная сеть. Будут дополнительно организованы расширение дороги, будут благоустроены парковочные карманы, нестационарные торговые объекты, те, которые портят облик города, будут убраны. Вся торговая деятельность будет осуществляться как раз внутри, в зоне торговли сейчас. А торговые объекты будут как в этом, так и в следующем году приводиться в порядок к единому формату. Похожая ситуация на Новосадовой рядом с торговым центром «Май». Пестрые ряды киосков создают визуальный шум и портят внешний вид улицы. Поручение главы состоит в том, чтобы привести фасады все в единое состояние, соответственно, рекламные конструкции привести в единое состояние, чтобы не было, скажем так, никакой симметрии. С той стороны, со стороны трамвайной линии у нас тоже, соответственно, будет приведена реклама вся в единое состояние. Здесь ближе к трамвайной линии расположены нестационарные торговые объекты, которые, к сожалению, пока выглядят непристойно, неблагоприятно. Поэтому в этом году планируется их визуализировать несколько иначе, сделать их современными, привлекательными, для того, чтобы они, жители, горожан, радовали своим внешним видом. Проекты реконструкции по всем объектам утвердят к следующей неделе. Тогда же станут понятны и сроки выполнения работ. Виктория Шара и Николай Епифанов. О старте месячника по благоустройству говорили на заседании городской думы с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Какие площади предстоит привести в порядок и все ли готово к работе, в нашем сюжете.
Во время месячника по благоустройству, который стартует в Самаре 1 апреля, предстоит убрать в общей сложности 42 миллиона квадратных метров территорий. Об этом на заседании Думы городского округа Самара с участием главы города Елены Лапушкиной рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. В Самаре территории внутригородских районов занимают 23,5 миллиона квадратных метров. Зоны общего пользования – это парки, скверы, бульвары – почти 6 миллионов квадратных метров. И около 13 миллионов квадратных метров – территория автомобильных дорог. Все площади в течение месяца нужно привести в порядок. К участию в субботниках приглашают всех жителей города. Работников заводов и предприятий, муниципальных и учебных заведений, студентов и школьников, активных жителей Самары. Городские власти готовы обеспечить их всем необходимым. Подготовка муниципальных предприятий идет согласно утвержденному графику. Шансовые инструменты, все необходимые для этого материалы муниципальными предприятиями закуплены. После сбора мусора и его вывоза на полигоны в городе начнется покраска бордюров, скамеек и урн – всех элементов улично-дорожной сети. Объем работ предстоит выполнить большой, поэтому председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев призвал депутатов организовать жителей их избирательных округов. Участие в месячниках – проявление отношения к родному городу. Они имеют большое значение. Первое, конечно, это проявление неподдельной любви к своему городу. Улицы, двору, району. За каждым из нас избирательный округ. И в первую очередь наша задача депутата организовать месячник в каждом дворе, без исключения, чтобы ни один двор у нас не остался без внимания. Алексей Дегтев подчеркнул, в первую очередь нужно убирать прибрежную зону. Сделать это важно до сброса ГЭС большой воды, чтобы все, что накопилось за зиму, не попало в Волгу. Всего в апреле в рамках месячника по благоустройству пройдут 4 средника 5, 12, 19 и 26 апреля, а также 4 субботника 8, 15, 22 и 29 апреля. Виктория Шарая, Николай Епифанов, «События». Достичь поставленных целей и способствовать сбережению здоровья населения. В мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной состоялась рабочая встреча с руководителями медицинских учреждений. Участники круглого стола подвели итоги реализации инициированного президентом России национального проекта «Здравоохранение» за 2022 год и поделились планами на 2023. О показателях, которых достиг город в прошлом году по одному из главных нацпроектов, репортаж Ольги Павловой. Оптимизация работы медицинских организаций, кампании по иммунизации населения, программа, направленная на укомплектованность врачами медицинских учреждений. В 2022 году работа по национальному проекту здравоохранения велась в Самаре по нескольким направлениям и оценивалась по 8 показателям, одним из которых является информирование граждан о вакцинации, профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни. По прогнозам, исходя из результатов работы в прошлом году, положительная динамика сохранится и в 2023. Тем не менее, поставлена задача усилить информационную кампанию о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинопрофилактики. Соответствующие материалы будут размещены на сайтах администрации города, внутригородских районов, социальных сетях и в СМИ. Одним словом, будет сделано все для того, чтобы в максимально доступной и понятной форме разъяснить преимущества иммунизации для сохранения здоровья граждан. Планируется размещение не менее 2000 информационных материалов. По вопросам подготовки информационных материалов, проведения встреч с отдельными категориями гражданами, администрация города заключена соглашение о взаимодействии с Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Активно в 2022 году велась работа по укомплектованности медицинских учреждений врачами. Для исполнения этого показателя реализуется программа сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара на 2020-2024 годы, в соответствии с которой врачам поликлинического звена и медицинским сестрам предоставляются дополнительные меры поддержки. В 2022 году дополнительными мерами поддержки предоставлено 233 врачам и 25 средним медицинским работникам. С целью привлечения медицинских кадров для работы в государственных учреждениях здравоохранения с 2022 года внесены изменения в условия предоставления компенсационной выплаты за наем жилья помещение путем охвата всех территорий города. Это значит, что теперь обратиться за компенсационной выплатой могут врачи, которые снимают жилье на территории города. Отдельная мера поддержки оказывается и студентам в виде ежемесячной выплаты в размере 1000 рублей. В прошлом году деньги получили 194 студента. В 2023 их число увеличится до 250. Глава города Елена Лапушкина на рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений отметила, что в этом году необходимо не только достичь нужных показателей, но и улучшить обслуживание населения. Я думаю,
рассказываю, не надо мне вас убеждать, значимость этого проекта для населения. У нас с вами абсолютно разные задачи, но цель, к счастью, у нас одна. Достичь показателей и, конечно, улучшить обслуживание нашего населения. В 2023 году работа по реализации нацпроекта здравоохранения продолжится по всем существующим направлениям. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре идет подготовка к строительству планетария. Он появится рядом с музеем «Самара Космическая». В этот вторник на ракету «Союз» установили датчики для контроля уровня вибрации. Подробности расскажет Галина Топилина. Ближе к звездам. В Самаре идет подготовка к строительству планетария. Он появится на проспекте Ленина и станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Рядом с музеем установлена ракета-носитель «Союз» высотой 68 метров и весом 20 тонн. Поэтому специалисты должны оценить, какое влияние масштабная стройка может оказать на монумент. Ракета, вот, которая у нас укреплена на фасаде здания, это особый объект, и, конечно же, он требует ежегодного, постоянного обслуживания. Два раза в год измеряется вертикализация ракет. Измеряет это именно сотрудники «Прогресса», потому что это гаранты, предприятия, которые гарантируют надежность этой ракеты. Подготовка к строительству Самарского планетария вышла на свой завершающий уровень. Прямо сейчас специалисты РКЦ «Прогресс» начнут устанавливать на ракету в музее «Самара Космическая» вот такие вот датчики. Во время заложения фундамента датчики будут считывать уровень вибраций и техническое состояние самого комплекса. Датчики установят на растяжках и крепежных узлах, примыкающих к ракете. Специалисты будут анализировать поступающую с них информацию, а затем передавать эти сведения застройщикам, чтобы в режиме реального времени корректировать ход строительства и обеспечить сохранность объекта. Ввиду того, что музей находится на искусственной насыпи, будет установлен шпоновый каркас, то есть стена, которая будет предотвращать сход грунта. Вот. Эти работы будут проходить в виде бурения на несколько метров вниз. Это строительные работы, которые все-таки будут воздействовать на монумент в виде вибраций. Эти вибрации мы должны замерить и определить, насколько они опасны. Самарская область по праву считается центром космического ракетостроения. Именно в Самаре получила путевку в космос ракета-носитель семейства Р-7, которая считается самой надежной ракетой в истории космонавтики. Самарскими конструкторами были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным. В год 60-летия пилотируемой космонавтики губернатор Дмитрий Азаров дал старт строительству планетария. В здании будет два подземных этажа и три надземных с астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал расположится под горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить более 200 зрителей. После открытия объекта будет сформировано новое городское пространство – площадь трех музеев. Она объединит филиал Третьяковской галереи, Самару Космическую и сам Планетарий, который закрепит за Самарой статус космической столицы России. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. По народному календарю 22 марта отмечали День жаворонков – праздник встречи весны. Наши предки считали, что именно с прилетом этих птиц в родные края приходит тепло. А чтобы весна не задерживалась, было принято выпекать птичек из теста. Как этот праздник отметили в Самарском зоопарке, увидела Ксения Баканова. В Самарском зоопарке призывают весну. Старинный славянский праздник жаворонки на Руси отмечали с особым размахом. Наши предки верили, птички на своих крыльях приносят теплую погоду. А чтобы весна не задерживалась, пекли жаворонков. Эту традицию соблюдают и сегодня. 7-летняя Амина Рзаева в зоопарк обычно приходит посмотреть на животных, а в этот раз пробует себя в роли настоящего повара. Пока делала птичку из теста, уже придумала имя. Мне больше всего понравилось делать жаворонок. Я назвала своего жаворонка «Весенняя солнечная птичка». Праздник в Самарском зоопарке устраивают ежегодно. Это уже стало доброй традицией. Для юных гостей приготовили игры и познавательные рассказы о пернатах. Такой интерактив для ребят только на пользу, отмечают родители. Ребенок у меня остался в восторге от мастер-класса по жаворонку. И в таком чудесном месте, потому что не всегда получается прийти в Самарский зоопарк. Как здесь очень много и животных, и сплочения, и информации для ребенка, мне кажется, довольно-таки хорошая. Жаворонки – первые птицы, которые возвращаются с юга в родные края. Жаворонки прилетели к нам в область примерно неделю тому назад. То есть весна с этой точки зрения наступила. И что интересно, что та мелодия, которую все мы знаем по передаче «В мире животных»,
на написание этой мелодии, название самой мелодии – это жаворонок. И когда-то, когда ее придумал Поль Мориа, известный французский композитор, он вдохновился именно песней полевого жаворонка. Их можно встретить в лесах и на лугах. Зоологи говорят, у этих пернатых есть потрясающий талант – умение петь. Для того, чтобы сделать выпечку в форме жаворонка, сначала раскатываем тесто в жгутик. Теперь мы жгутик завязываем в узелок. С одной стороны у нас получается голова птички, а с другой стороны хвостик. Далее мы хвостик надрезаем, а голову украшаем гречкой. Вот такой жаворонок у нас получился. Теперь можно смело встречать весну. Чем румянее получится выпечка, тем удачливее будет год, верили наши предки. Сегодня свежеиспеченные жаворонки достались не только посетителям, но и обитателям зоопарка. Задабривать животных – еще одна добрая традиция в зоопарке, чтобы ускорить приход весны. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. 12 минут во Вселенной. В этом году исполнилось 58 лет со дня, когда человек впервые вышел в открытый космос. Это сделал советский летчик-космонавт Алексей Леонов 18 марта 1965 года. Как исторический полет связан с Самарой, расскажет Александра Гусева. Сильные, смелые и бесстрашные. В глазах всего мира первые космонавты – герои с большой буквы. Они рисковали своей жизнью ради науки. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. А через несколько лет, 18 марта 1965 года, человек впервые вышел в открытый космос. В этой миссии приняли участие Павел Беляев, он был командиром корабля, и Алексей Леонов, второй пилот, который впервые покинул пределы корабля в открытом космосе. Подготовка, осуществление этого полета была очень сложная задача во всех аспектах. И технически сложная, и организационная сложная. И большая сложность была в том, что все это делалось в жесточайшие короткие сроки. Но понятно, что к тому времени уже развернулась полная гонка в космосе. И надо признать того, что, конечно, поддержание приоритета Советского Союза в освоении космического пространства тоже была важной задачей. Изначально ракеты не были способны запускать в космос более одного человека. Для новой космической миссии специалистам пришлось немало поработать как над костюмами космонавтов, так и над самим кораблем. Для выхода в безвоздушное пространство трехместный корабль «Восход» был переоборудован в двухместный, чтобы освободить пространство для организации входа в шлюзовую камеру. Скафандр для внекорабельной деятельности «Беркут» и шлюзовая камера «Волга» – два самых важных элемента, необходимых для выхода в космос. Их разработкой занималось конструкторское бюро опытного завода в подмосковном поселке Китамилина под руководством главного конструктора Гая Северина. Костюм «Беркут» представлял собой скафандр вентиляционного типа. Он не позволял регенерировать выдыхаемый космонавтом воздух, как это происходит в современных скафандрах. Космонавт, облаченный в скафандр «Беркут», мог находиться в открытом космосе около 20-30 минут. Шлюзовая камера в рабочем состоянии имела форму цилиндра длиной 2,5 метра. Она была надувной и располагалась снаружи корпуса корабля. До выхода на орбиту камера находилась в свернутом виде, а перед спуском на Землю основная ее часть отделялась от корабля. Несмотря на то, что большая часть работы по созданию нового типа ракеты велась в Подмосковье, куйбышевские предприятия тоже внесли свой вклад в эту миссию. Часть документации разрабатывала УКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева, а основная часть документации и само производство ракеты осуществлялись здесь, в Куйбышеве. Ее осуществлял филиал номер 3 ОКБ-1 Сергея Павловича Королева, ну, который тогда возглавлял небезызвестный Дмитрий Ильич Козлов. А завод «Прогресс» как раз изготавливал эту ракету по тем чертежам, которые ему были предоставлены. После окончания подготовки свершился долгожданный старт. Когда корабль совершил первый виток вокруг Земли, была надута шлюзовая камера. На втором витке начался выход Алексея Леонова в космос. Выход не обошелся без нештатных ситуаций. Из-за разницы давления скафандр раздулся. Это препятствовало возвращению космонавтов в шлюзовую камеру. Алексею Леонову пришлось пойти на риск. Он начал стравливать в скафандре давление почти до критического. Кроме того, вопреки инструкциям, космонавту пришлось входить в шлюзовую камеру головой вперед, а чтобы закрыть за собой двери люка, переворачиваться в тесном пространстве. Всего Алексей Леонов провел в открытом космосе 12 минут, а общая продолжительность полета «Восход-2» составила 1 сутки 2 часа 2 минуты. Трудности преследовали космонавтов даже после возвращения на Землю. Отказала автоматическая система ориентации корабля, и посадка проводилась вручную.
вручную. Экипаж приземлился вдали от расчетного района, в 180 километров севернее Перми, вдали от населенных пунктов. Космонавты были обнаружены через 4 часа в тайге, но из-за глубокого снега эвакуировать их смогли только спустя 2 суток. Хорошо подготовленным космонавтам удалось справиться со всеми трудностями. Их имена навсегда увековечены в истории освоения космического пространства. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.